Гуси уже улетают. Думал, все, в этом году за грибами больше не поеду. А я и не ездил так один раз проверить. А тут в воскресенье сплю такое, а этот звонит. Сорян, что спонтанный как понос. Поехали. Ну, поехали. Я же не завтракал. В русском языке есть слово бурекос? Я не завтрак. Брекос с протеином. А ведь столько дел сегодня было. Ну что, первое впечатление. Лес вкусно пахнет. Пахнет грибами, мокро все. Но второе впечатление. Все, что делается спонтанно, тем более в воскресенье, тем более не рано утром, это плохо. Видно было, сколько тут уже других грибников, блин. Приезжал. Нет ничего хуже, блин, чем с кем-то чужим в одном лесу жопами толкаться. Боря! Ага. Утром спал, блядь. Так хорошо было. Никого не трогал. Теперь шароебимся по лесу. Мокрым. Грибов нет. Вообще. Ну, какие-то поляки ходят тут. Что-то собирают. Да, только где эти грибы, Боря? А могли бы спать? Полчаса уже шарашлепимся по этому мокрому лесу. Ничего. Три лобстера не в счет. Лобстер — это гриб такой. Огромная бордовая лисичка. Так. Ну а вообще грибов. Нет. А грибники есть. Неожиданная лисичка за полчаса одна. Капец, у меня урожай. Вот, это называется лобстер. Темная, гигантская, твердая, как бы лисичка. И, в принципе, это деликатес. Деликатес. Боре повезло. Ну что, будем позориться. Поехали. Нихао, братья. Точнее, пока. А тут внезапное включение. По дороге домой Боря говорит: а не поедем мы быстро домой? А давай проверим старый способ. Зайдем в лес без ведер. Боря, покажи, пожалуйста. Где еще? Вот тут еще кусочек не срезанный. Это ты срезал? Это ты мне оставил? Это все срезается.
Это все так вот срезается хорошенько. Вот. Как картошка. Как картошку. Чистишь его, смотришь. Вот. Они, конечно, уже не такие молодые. Ну, говорит, ты тоже не свежий. И да, да, да. Расскажи, что с этими грибами делать? Жарят? Варят? Варить их не надо, они червивые. Можно будет выбросить. Это червивые. И это? Это можно жарить во фритюре. В масле, это в этом. В муке и в яйце обвалял сырым. И на сковородку. Это, по-моему, плохой берет. Хотя, надо посмотреть. Эти края все равно пористые, их надо обрезать. Так вот. Вот. Это все надо обрезать. Да вроде ничего. Зацвел. Все, мусор? Да, это нехорошо. Не, это плохой. Ну ладно, я сейчас тебе еще найду. Знаю, почему их называют лобстерами? Не потому, что они такие красные, как вареный лобстер. Не только потому. У них есть привкус морепродукта. Легкий такой запах, привкус морепродукта. То есть это белорусские креветки по факту? В таком духе. Развалилось. Опа. Это чистый, хороший какой, он червивый. Внутри. Червивый. Ну, уже с мясом. Да. Нет, это все. Это червивый. Вот. Вот, все. Все тут посмотрим. Этот хороший. Так. Еще дома посмотрим. Так. Оглянемся вокруг. Еще раз, как ты готовишь, значит, сырой? Яйцо. Ой, порезал его такими ломтями. Так. Ломтями. Не надо мелко. Ломтями хорошими порезал. Да. Как огурец. Да. Вот. В яйцо, в муку. И на подсолнечном масле. Можно на сливочном масле. И обжарил его с двух сторон хорошо. И... Очень даже ничего. С водкой можно? Ху-ху-ху. Без водки нельзя. Понял. Боря там кряхтит. Но на этом все. 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 Культ поход закончен? Закончен. Поехали до дому, до хаты. Да.